Будущую зиму жительница Богословки Елена Белоносова вместе с семьей проживет в окрестностях Благовещенска. Бросить родное село и уехать почти за 300 километров амурчан вынудил паводок. Дом, в котором жила Елена вместе с мужем и двумя детьми, буквально смыло большой водой. Признали аварийным. Вместе с другими подтопленцами их переселили в Маховую Пать, в общежитие регионального центра спортивной подготовки. Рассказывает, здесь встретили хорошо, обеспечили всем необходимым. Младшей Лизе уже привезли кровать и коляску. Старший сынок сейчас в Колоске, а немного позднее поедет в детский центр «Океан». Нравится еще то, что мы вот в основном все свои, богословские, всегда идем друг другу на выручку, как бы где за ребенком присмотреть, где вот мы что-то как бы и кушать варим вместе. Ну, довольно-таки дружно живем, компанейски, не знаю, мне все нравится. Куда-либо отсюда переезжать на другой пункт я бы, конечно, не хотела. Фамилию вводите полностью? Да. Вводите фамилию. Глава семьи Белоносовых сейчас ищет новое место работы. Елена же устроилась здесь, в пункте длительного пребывания. Со 2 сентября будет заниматься уборкой. Для подтопленцев прямо здесь, на новом месте жительства, организовали мобильный центр занятости. Специалисты подбирают вакансии и помогают с оформлением документов. Ежедневно поступают новые сведения по потребности в работниках. Данная информация предоставляется данным гражданам и отправляется на собеседование к работодателям. Работа пострадавшим нужна, поскольку питаться, к примеру, здесь, в отличие от пунктов временного пребывания, придется самостоятельно. Однако и условия, в отличие от ПВР, здесь комфортнее. Помещение укомплектовано необходимой мебелью и бытовыми приборами. Есть кухонная посуда, постельные принадлежности и полотенца. Практически все получили выплаты за потерянное жилье. Сейчас ждут компенсации за потерянный урожай. Кроме того, на каждую семью выдадут продуктовые карты, которые можно отоварить необходимыми продуктами. Это, конечно, продукты питания социально значимые. Это молоко, это хлеб, это крупы можно купить. Ну и есть ограничения, которые нельзя. Это алкогольная продукция, конечно, не входит в эти продуктовые карты. В первую очередь сейчас пережившим паводок амурчанам надо наладить быт и начать привычную жизнь. В новых условиях сегодня в области определено 3 пункта длительного пребывания. 2 в Благовещенске и еще один в Новобурейском. Здесь в Маховой Паде разместились 17 человек из Углового и Богословки. Из сел Мазановского района, который в этом году топило больше всего. Все эвакуированные будут жить здесь в течение 9 месяцев. Этого времени, говорят в правительстве, должно хватить, чтобы решить жилищный вопрос с пострадавшими. Денис Сверденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.